Между тем, в Шымкенте задержаны две женщины, пугавшие людей взрывом мощной бомбы. По статье о распространении ложной информации в их отношении проводится досудебное расследование. И, как отметили в МВД, за последние сутки это уже третий факт возбуждения уголовного дела по данной статье. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространения недостоверной информации и не поддаваться панике. Напоминаем, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. Также Министерство внутренних дел официально заявляет о трех погибших в городе Арыс. Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах о большом количестве погибших, не подтверждаются. Если граждане обладают какой-либо дополнительной информацией о пострадавших, просим официально обращаться в органы внутренних дел.